Сегодняшнее состояние экологии и уровень влияния человека на экосистему стали объектами внимания студентов на лекции профессора Лозаннского университета Доминика Бура. Французский философ считает, что проблема возрастания экологического кризиса непременно связана с отсутствием экологического сознания. Я буду говорить о климате, но в несколько иных рамках, чем о нем обычно говорят. Речь пойдет о новой геологической эпохе, которая называется антропоцен, и в ее рамках климат должен существенно измениться. Я думаю, что это важно знать студентам, потому что именно они будут строить мир завтрашнего дня, и он должен отличаться от мира, который мы знаем сегодня. Эпоха антропоцена, поясняет Доминик Бур, объясняет наступивший геологический этап, где человек играет существенную роль в экосистеме Земли, потому как меняет ее своими действиями. Отсюда и вопрос, сможет ли каждый из нас повысить свое отношение к окружающей среде до максимально бережного. Я думаю, у каждого человека, живущего на планете, есть своя ответственность перед экологией и другими людьми прежде всего. Например, я привыкла к тому, что нужно мусор разделять на отдельные категории, там, пластика, ну, стекло, какие-то еще другие бытовые отходы. Например, ну, кому-то, может быть, нужно поменьше курить или, ну, поменьше ездить, все эти выхлопы и, как бы, думать об окружающей среде. Встреча с профессором Буром состоялась на диалоговой площадке Сибирского института управления РАНХИКС и прошла в формате общеинститутского семинара «Инновационная среда». Мы задаемся вопросом, как нам инноватизировать всю Россию. Инновации во всех областях. Да, может быть, чуть-чуть такое сложное определение. Инновации в науке, инновации в образовании, в экономике, в промышленности, в военном деле, в стратегии. Мы приглашаем известных ученых, известных политиков, экономистов и обсуждаем, то есть человек выступает, и потом мы переходим в дискуссию, обсуждая все возможные аспекты. Новосибирск – третий российский город в географии лекционных визитов Доминика Бура после Москвы и Томска. Кстати, международная конференция ООН по вопросам климатических изменений, в которой профессор примет участие, состоится в декабре 2015 года.